Всем доброе утро, ребята. Давайте посмотрим, что у нас на каховочке делается сегодня. Что там, рыбаки ловят или нет? Вчера мы были, ребята, вот на тех квадратиках. Сейчас посмотрим, что тут творится. Красотища, ребята. Просторы какие. Ну, тоже на пружинке ловят. Но не видно. Сейчас пойдем еще посмотрим. Эх, на природу лучше посмотреть. Вот такие просторы, ребята, есть в нашей Ненке Украины. Вон рыбачков, ребята, я думаю, видно. По всему берегу сидят, кидают. Ну, что-то дергает, что-то поклевывает. Значит, рыба есть. Так, ладно, пойдем посмотрим, что на квадратах. А вон мужичок что-то тянет, давайте посмотрим. А, не, осечка, ничего не вытащил. Ну, ладно, пойдем посмотрим дальше. Вот он и сам, ребята, бывший рыбколхоз, или как он называется, не знаю. Видите, хозяйство целое, лодочки, сети, и ребята промышляют. Вот эти вон квадратики, что я вам говорил. Мы там на той ажданбе были, вот на дальней. Людишки занимаются. О, рыбка сплескается. Смотри. Красиво, конечно. Приезжай, балдей. Я не знаю, тут сейчас разрешают ловить. Сейчас пойдем посмотрим. В каховке ловят. Вот на открытой тут. Но полюбуйтесь, ребята. Какие у нас красоты. Езди, короче, порыбачить. С этой стороны каховка. Огромное, ребята, водохранилище. Кто не знает, не местный, прогуглите. Это Каховское море, так можно назвать. Вот дорога, ребята, на Симферополь идет. Ну, и вот разделяет железная дорога вот эти искусственные водоемы. Так что такие дела. Вот такие дела, ребята, такие делишки. Вчера порыбачили еще на уху. Короче говоря, побалдели. Ох, красота, смотрите. Маки цветут. Правда, камышья какая-то тут летает непонятная. Но не помеха. Какие-то комары вроде не кусают, а. Как-то так, ребята, показать вам запорожские красоты. Ну, людишки сидят, карасика дыбают. Но на Каховке людей побольше, значит, там и поинтереснее. Обычно тут весь берег занят.
Вон птица лазит. О, вот уже одна долазилась, ребята. Или сбили, или может как-то током жахнуло. Ну ладно. Не об этом. Ну, вот так, ребята, вот такой небольшой обзорчик Каховского водохранилища, ребята. Ловят, вон людишки. Ну, раз ловят, значит, что-то ловится. Все, друзья, до новых встреч. Всего хорошего.